Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Делай профессионально». И сегодня мы на ярмарке. Как я обещал, короткое видео про нашу ярмарку. Вот наш перчик. Сегодня у нас очень продуктивный день. Выставили красивую витрину. Я думаю, на заставке вы видели. Ну и работаем. Вот у нас такой перчик. Такой плакатик. Так. Ну и такое дерево. Видите, да? Реклама «Двигатель товара» называется. Да. Ну, вот так вот. Так, помимо перца, очень много на базаре продают всего, что растет на огороде. И не только. В основном это яблоки, цибуля, картошка, капуста, сыры, масла, колбасы. Ну, в общем, все. Очень много людей. Вот здесь, где уже пустые места, уже машины поуезжали. А так, в 4 ряда, где-то, не знаю, я думаю, что 100-150 машин, наверное, с товаром на этой площадке было сегодня. И много из них уже продались. Так что сегодня был очень продуктивный, хороший день. Ну и у нас тоже. Продаем перчик. Кстати, приправы тоже наши. Покажу вам. Кого интересует, заказывайте. Посылаем новой почтой. Есть лавровый лист, черный перец, смесь перцев, разные мясо, шашлыку, в общем, много всего. Ну, вот так. Ну все, друзья, за короткий обзор обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся. Пока.